Сланцевским городским судом удовлетворено 5 исковых заявлений прокурора об обязании обеспечить жилыми помещениями детей-сирот. В ходе ранее проведенной проверки соблюдения администрации муниципального образования Сланцевского муниципального района законодательства, регламентирующего обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, выявлены нарушения федерального законодательства. Надзорными мероприятиями установлено, что в нарушении федерального законодательства органы местного самоуправления неправильно были определены сроки возникновения право на получение жилых помещений 5 детьми-сиротами в 2015 году. И по этой причине в лицо лиц, которые имеют право на получение жилых помещений, не вошло 5 студентов образовательных учреждений среднего, профессионального и высшего образования. В результате проверки городским прокурором в суд было направлено 5 исковых заявлений к администрации Сланцевского муниципального района об обязании обеспечить детей жилыми помещениями. В настоящее время исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.